Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я иду в лес за грибами. Хочу набрать белых грибов, грузей, рыжиков. Ну, конечно, меня больше интересуют белые грибы. Вот. Такой лес у нас. Утро. Ну идем, мои друзья. Будем искать грибы. А вот и первый белый. Посмотрите, какой красавчик стоит. Тут вот костяника. Ягодки. Ну что, посмотрим. Сейчас я его сору. Покажу вам. Ну, в общем-то, он ничего, нормальный дом, посмотрю. Ножку вот срезал, ножку уж больно влажную. Ну, берем, первый все-таки. Иду я по такому лесу. Посмотрите, какая красота. Дожди у нас не прекращаются. Ну, это для нас не критично. Мы идем. И вы, мои друзья, со мной. Вот посмотрите, как ручьи разлились. Обычно в нем почти что воды нету. А сейчас практически речка. Вот это дожди. Вот идет вода с гор. Продолжим наш поход. Посмотрите, какое чудо. Белку встретил в лесу, ну надо же. Вот она. Это что-то. Вот она. Ну все. Спряталась. А редко такое снимешь. Смотри, как позирует. Она от меня где-то в 1,30 м. На дереве. Вот она. Ну все. Легшину. Бежала. Вот, друзья мои. Прям удивительно. Прошел уже на километр 3. Один грибочек я только нашел белый. Ну, белку видел. Но думаю, что-то это не то. Закапываю конфетку под мох. Прошу лесного духа дать мне грибочки. Ну и вот прошел буквально 40 метров. И вот они, красавчики. Ну, хоть смейтесь, хоть не смейтесь, но вот так это вот происходит у нас. Вот три здесь, и вон я еще один заметил. Сейчас вот подойдем, посмотрим, что это за такое притаилось. Ну, конечно, белый. Ну, вот посмотрите, какой. Шикарный. Ну, работает метод. Берите на заметку его. Сейчас мы их сорвем. Посмотрим, какие они. Факт, что они хорошие. Чудо просто. Ну, вот посмотрите, какие крепыши. Ну, а с моим методом, конечно, это прям мистика. Но работает. Я вот 2 дня назад ходил в лес. Тоже так же закапывал конфетку. И сразу грибочки. Ну, такая вот удача. Ну, конечно, шикарные. Порадовали они меня. Спасибо тебе, лес. Мы тебя бережем.
и ты делишься с нами своим урожаем. Вот так я их почистил, грязь, чтобы дома меньше работы было с ними. Ну, идем дальше. Ой, шикарные. Спасибо тебе, лес. Ну, чудеса продолжаются. Отошел еще немного. И вот такой вот, смотрите, такой богатырь. Сейчас мы его посмотрим. Ну, в общем-то, он крепенький, чистенький. Ножку вот наполовину срезал, закопал. Мокрые больно. Влажные. Слишком много влаги взяла. Наберем. Продолжим нашу тихую охоту. Лезу в гору. Вот. Сдышался немножко. Ну и не зря. Интуиция меня не подвела. Вот такой красавчик. Молоденький. Сейчас мы его посмотрим. Покажу вам его. Смотрите, как интересно. Один, значит, сорвал. А там еще один растет. Вот такой вот. Вот возьму и оставлю его. Пусть растет. Сумею, приду, посмотрю, какой он вырастет. Нет, значит, тут другой найдет. Пусть растет. Сейчас его закопаю. Конечно, он молоденький, все. Прям вообще. Но раз он мне не показался, пусть живет. Живи, грибок. Эх, какой красавчик смотрится на фоне леса. О, просто чудо. А там, эх, и лес такой шикарный. Вот мухоморочки встретил какие. Оранжевые. Ну, интересно. Полянка целая. Ну, будем смотреть здесь. Белые грибы. Само место их. Ну, мухоморочки не подвели. Прошел метров 30. И вот такой стоит белый гриб. Ну, старенький видно. Немножко-то что, вроде ничего. На осадку все уже. Ну, оставлю его, пусть растет. Что же, радует. Пойдем дальше. И вот рядышком еще один такой громадный. Вот моя ладонь. И вот гриб такой. Ну, оставлю его тоже. Ну, кто-то найдет, обрадуется. Ну, он, может, и хороший, но он столько влаги в себя впитал. Пусть. Нам много не надо. Мы найдем. Расти, дружок. Посмотрите, какой крепыш. Те вот два оставил. Но это я, конечно, возьму. Это вот черника. Вот. Но он идеальный будет. Сейчас мы его посмотрим. Ну, вот такой вот он. Берем, конечно. А рядом вот я еще один заметил. Растет. Сейчас подойдем, посмотрим. Опа. Вот это да. Вот это крепыши. Посмотрите-ка. Ну, надо посмотреть будет их. Что-то неинтересные. Сверх того.
здоровуши. Ну, вот такие вот они. Сейчас я их посмотрю. Хотел только вот маленький сорвать, большой оставить. Но не получилось, они все вместе слились. Ну, сейчас глянем, что они из себя представляют. Ну, в общем-то, маленький идеальный. Средний тоже неплохой. Но шляпка, наверное, будет плохая. Сейчас еще посмотрю, мою срезу. Срежу. От большого только ножку беру. Тут она идеальная. Ну, идем дальше. Вот, друзья мои. Еще такой грибочек нашел. Боровичок. Ну, сразу видно, что хороший. Здесь вот рядышком это уже все. А этот мы берем. Посмотрим сейчас. Вот он какой красавчик. Идеальный. Берем рюкзачок его. Ну, друзья мои, возвращаюсь я домой. Мой грибной поход заканчивается. Вот такой вот еще гриб я встретил. Белый, чудесный. Ну что, друзья мои, спасибо вам, что были со мной. Прогулялись по нашему лесу вместе со мной. Посмотрели на нашу красоту. Ну, всем пока. Всем удачи. Всем мира и добра. Берегите себя. С вами был Владимир. Пока-пока.